Lenovo такая вот модель. Не сталкивался еще ни разу. Клиент принес вместе со стеклом. Заглушка типа. Слот карты памяти. Давайте попробуем поменять. Легко снимается крышка. Ни разу уже снималась, судя по рамке. Так, стекло. Заказанное. Сали, по-моему. Понятия не имею, сколько стоит. Рублей 10, думаю, не больше. Ну, то есть евро. Так, снимаем вот эту пластиковую заглушку. Нового и интересного, я думаю, мы здесь ничего не увидим. Модель, походу, древняя. Судя по дизайну, по корпусу. Черный винтик. Вот он наш разъем. Батарею не отсоединяю, попробую так. Если схватит, не будем перезагружать. Шевеление вижу. Вроде работает. Итак, отстегиваем батарею. Смотрим, что у нас тут. Наверное, придется поставить на сепаратор. Ставим на сепаратор. Оставайтесь на связи. Ну вот, нагрели планшет. Сейчас будем снимать стекло. Загуглил, посмотрел характеристики данного планшета. Год выпуска так и не нашел. Самому было интересно. Особенного. Бюджетный планшет, двухъядерный процессор,
16 гигабайт встроенной памяти, там что-то у него еще было. Вот такой вот скотч черного цвета. Прокладка поролоновая. Убираем остатки стекла. Заглушка динамика металлическая. Тут, судя по всему, сажать будем на акриловый скотч. Сейчас поищем подходящую толщину. Я думаю, вот этого будет достаточно. Кстати, в комплекте с тачскрином лежал вот такой вот скотч. Ну, херня, конечно. Самый дешевый. Да и слабоватый. Но все равно положили. И то радует. У кого ничего под рукой нету, можно посадить и на этот. Итак, проклеиваем. Thank you.
сюда что-нибудь потоньше. Вот как-то так. Ничего мудрить не приходится, все просто. Можно довести поролон самого тачскрина, поролоновые прокладки самого тачскрина. Аккуратно старайтесь не трогать пальцами, чтобы не оставлять отпечатки. Сам тач. Ну вот и все. Далее пыль.
рисуем. Не знаю, какой код клиент не оставил. Будем надеяться, что все нормально. Все закручиваем, собираем. Все просто. Каких-то особых навыков по ремонту не требуется. Аккуратно. Любой сможет поменять. Всем спасибо за внимание, друзья. Я Дов, это был Lenovo, как он называется у нас правильно, Lenovo IdealPad A1020. Всем удачи в работе. До новых встреч.